Три десятка фоторабот представил собственный корреспондент вечернего Бреста Павел Куницкий на суд искушенной брестской публики. Это результат большого многолетнего труда не просто журналиста, а человека, который с каждым днем открывает для себя и окружающих неизведанные страницы давно знакомых и полюбившихся многим мест. Творческая мастерская для Павла Куницкого – его родное Полесье, а автор жанра – сама жизнь. Постановочных кадров на вернисаже нет. Вот с появлением цифровой фототехники, вот где-то получается начало 2000-х годов, когда появились первые цифровые фотоаппараты, я начал фотографировать для газет, ну, тогда уже пошло-поехало, активно начал снимать. Рабочие командировки, путешествия по белорусским рекам, любительские поездки. Все это Павел Куницкий запечатлевает в своих работах, благодаря которым рассказывает о стремительных изменениях Полесского края. Автор ставит перед собой задачу максимально сохранить, хотя бы в фотографиях, бесповоротно уходящий в историю образ жизни, быт, культуру и традиции полешуков. И это у него бесспорно получается. Вот эта выставка, которую представляют очень живо, Полесье живое, необыкновенно живое, она нам показывает, что до сих пор занимаются теми самыми промыслами, земледелием, скотоводством, рыбной ловлей, собирают грибы, ягоды, лекарственные травы, как и сегодняшние полешуки, так и их предки. И не забыты старинные ремесла. Представленная в Бресте подборка работ – это лишь часть того, что подготовил Павел Куницкий. Некоторые произведения художника путешествуют по городам Беларуси. Познакомиться с экспозицией брещане и гости города над Бугом могут до 1 февраля.